Номер 12 за 14 год от издателя Это как раз я был в Германии, памяти Кнейпу, отцу водолечения. Вот, а это я был на втором съезде уринотерапевта в Германии. Приезжал корреспондент, хотел у нас, вернее, мою книгу печатать, но я ему отказал. А в то время как раз в Германии была популярна книга по уринотерапии, но она такая слабенькая, я почитал. То есть там ничего практического нет. А там описывается, что там башни были, что собирали урину, что в ней стирали. Ну вот так вот. Что касается лечения, там особо ничего нету. Приметы и особенности декабря. Простуды. И видите, пишет женщина. Сердечно благодарна вам за ваши книги. Занимаемся вашим книгам уже целый год. Вначале был Армстронг, затем купил уринотерапию. Начала читать и сразу привела все четыре тома целительных сил. Сейчас покупаем все ваши книги, имеются авторские учебники. Добились хороших результатов выздоровления. Живу вдвоем с дочерью. Мне 38 лет, дочери 15. Начали с уринотерапии. Значит, употребляем урину целый год, избавились от насморков. Раньше все время чахло, бесконечно насморки, дело дошло до гайморита. Уринотерапия очень хорошо помогает в этом случае. Но опять-таки, здесь надо не забывать, что надо еще и менять и питание. Потому что, знаете, как это все равно, что снег нападал. Мы взяли лопату, то есть урину, и выбросили. Важно сделать так, чтобы снег не падал. А для этого, грубо говоря, то есть не образовывалась слизь. А для этого необходимо нам изменить питание. Вот. Инфекция в ухе. Почему, что и как. А вот, наконец-таки, пошла волновая генетика, как метод лечения, оздоровления и омоложения. Часть первая. Значит, вот я тут начал этим делом заниматься, разбирать. Вот. Ну, опять-таки, знаете, вот, насколько я так из всего этого понял, волновая генетика на генном уровне, на основном, все связано и зависит от сознания человека, от того, как это сознание окружило себя в виде образа жизни. Если окружение нормальное, нормальная мысль, нормальные эмоции, человек радуется тому, что он живет, а не, знаете, не, вот, не злится, не недоволен на свою там судьбу, то вот это окружение внутренней мысли начинает воздействовать и на генетический аппарат, и способствует оздоровлению. Вот как раз ученые, которые делом занимались. А если, понимаете, вот думают, ага, вот этот волнами мы что-то там такое заделаем, а сами там как продолжали раздражаться, пребывать в жадности, лени, раздражении, то и получится. Кстати, вот Цзянь Каньчжэнь, китайский ученый, который переехал к нам, вот он как раз стал облучать волнами, допустим, ну, грубо говоря, кролика, там, яйцо, там, утки, и получились там утки с какими-то такими кроличьими повадками. Ну, очень интересно. И вот это вот волновое как-то они хотят взять. Вроде вот оно
оно действует. Но вот эти волны, прежде всего, мы думаем, что это на ДНК влияет. Нет, это все опять-таки влияет на эфирного двойника, праническое тело, эмоциональное тело, умственное тело. То есть идут оттуда влияния. Не все так просто. Если человек, знаете, за свои хитринки думает, что ага, там волновая генетика там за него что-то сделает. Нет, он глубоко ошибается. Наоборот, она туда только его в такие дебри заведет, в которых он вообще не выберется. И все потому, чтобы он из-за своего большого ума, в кавычках, не залазил туда, куда его не просят. То есть так, знаете, учат. А чтобы он занимался тем, чем он должен заниматься здесь. А должен он заниматься, избавляться от порочных черт характера. Так, нравоучения вот тут идут, вот все это, знаете. Нравоучение идет, что и как, да? Ладно, здесь я разбираю, вот мне как-то запало, знаете, вот бывают люди, ну, допустим, Аристотель Анасис, вот я его разбираю. Вот за счет чего он стал таким богатым? Тайные, так сказать, пружины, которые его вынесли туда наверх. В чем они заключаются? Я так частенько такими вещами занимаюсь. И вот я решил разобраться. И разобрал его биографию. Как и что. Далее, опыт лечения молитвами. Внедрение патогенной энергии холодно. Вот. Современная медицина вообще она не занимается такими понятиями, как могут жар, не просто ожог быть, а просто жар внедрился и в организме. Вот он начинает там свою разрушительную деятельность. Также внедряется и холод. Он внедрился и начинается разрушение. Особенно холод, он останавливается, любит останавливаться в суставах. И пошел. Разрушать. Разбираем оздоровительные системы. Тут еще. Вот хорошая большая статья «Лечебные свойства серебра». Применение коллоидного серебра, серебряной воды в лечебных целях. Там травматология. Лечение болезней внутренних органов, лечение кожных болезней. Где она помогает, аппаратура для получения серебряной воды. Опять-таки, хорошие вещи есть, природная вода серебряная, но только уповать на это, ну, ни в коем случае нельзя. Ага, я тут пью воду. Вот я совсем недавно, где там 2-3 назад, привез отличную воду с село Петровское, Мясниковский район, Ростовская область. Там есть храм, и вода там, прямо колодец идет из-под него. Вода там великолепнейшая, вкусная. Конечно, она окажет свое лечебное действие, но. Ни в коем случае не надо забывать о том, что помимо воды есть огромное поле деятельности в виде здорового образа жизни. И если мы его не задействуем, будем только уповать на это, грош нам цена и все вернется. Кстати, вот интересная вода. Также полезная вода. Сделали ученые из Екатеринбурга, Владимир Александрович Ульянов. И она способствует тому, что, смотрите, вот если первоначально была такая фотография, и эритроциты склеены, понимаете?
то после вот добавляется, значит, заряд, и они становятся, видите, такими расклеенными. То есть это улучшает текучесть крови. Это большое дело, она должна быть текучей, она не должна застаиваться. Потому что как только вот это вот зашло куда-нибудь в капилляр, там все забилось, и дальше уже снабжение прекращается, начинаются какие-то там отмирания этой части, которая не снабжается кровью, и пошло, пошло, пошло. А как только мы поменяли, все нормально. И, кстати, пища у нас вареная, она способствует тому, чтобы вот такая картина была. Если больше сырая, у нас будет такая. Но тут опять-таки сложности. Как эту сырую пищу использовать, подобрать для себя. Ну вот, газетка подошла к концу. Весь год мы с вами прошли.